Всем привет, друзья! С вами, как всегда, профессионал енот и мой друг Нубик. Поздоровайся! Всем привет, ребята! Сегодня мы с Нубиком попали в армию, ё-моё, да, Нубас? Ага! Шапка тебе, я смотрю, прям вообще, да успокойся ты, шапка, стой! Шапка мне, блин... Сейчас в стену врежешься, да стой ты, ё-моё! Да капец! Ну, не, а так, а, во, всё, нормально я себе, о, пойдёт, я чё-то плюс-минус вижу. Нормально. Ты выглядываешь из-под нее или что? Да, да, типа того, да. Тут немного, короче, ткань просвечивает. Я тебя понял. В общем, друзья, мы попали в армию, и здесь все на самом деле не так просто, как кажется. Во-первых, мы здесь будем тренироваться, прокачивать свои умения, так скажем. Вот. А во-вторых, наша цель — освободить вот это помещение от зараженных. Потому что да, их там очень много. Я, кстати, не смогу, наверное, показать. Подойти поближе, потому что здесь не залезть, вот, но да, там, тут не поверьте, залезть, никак не показать, ну в конце видео. Поверьте на слово, да, в конце видео, ребята, мы туда обязательно доберемся, я надеюсь, мы доберемся туда. Ну, должны. Вот, мы туда доберемся и посмотрим все же таки, что там будет, что там за зомби. И там необычные зомби, там, ребята, зомби, которых раньше вы ни разу не видели. Вот, какие-то новые зомбаки нам сообщили, что находятся за этой дверью. Здесь она опечатанная полностью, короче, там карантин, зомбаки и все прочее. Вот, поэтому, ребята, если хотите посмотреть, что же будет в конце, что там за новые зомби, обязательно... Как бы ставим лайки, подписываемся на канал, и тогда с вашей силой, с вашей помощью мы сможем пройти эту арену до конца и увидеть, что находится. И смотрим видео тоже до конца. За этой дверью. Ну, конечно, до конца, Нубик, ты что, не до конца смотришь видео, а? Я всегда до конца смотрю видео, под каждым лайк. Вот, Нубик молодец, показательный подписчик. Да. Сегодня, друзья, мы будем в армии, и нам будут помогать определенные рода войска. Сержант, капитан и полковник. Мы можем завербовать их к себе за 10, 15 и 25 гнилой плоти соответственно. О. Вот, они будут нам помогать сражаться с зомбарями, потому что без их помощи мы 100% не пройдем. Вот. Но... Ну да. Используя их тактические знания, умения, а также силу, мы сможем как бы составить достойную конкуренцию этим зомбарям. Вот. Скоро пойдет у нас первая волна, у нас с Нубиком ничего нет, кроме таких вот красненьких беретиков. Ну да, вообще вот. Ничего нет. Ой-ой-ой, он уже и зомбаки, так, ты готов? Только отвернулись на секунду, блин, уже нападают. Так, ты готов, да, Нубик? Да, я так, готов! Сейчас я прокачаю опыт. Я иду сейчас к тебе. Нам нужно выбить хотя бы два нагрудника, чтобы завербовать первого бойца, вот, который нам уже значительно облегчит жизнь. Ё-моё. Так, ну-ка, на тебе. А вы, друзья, можете писать в комментариях, какая арена, какую арену вы хотите увидеть следующей. Потому что у нас уже была арена с големами, которая вам понравилась, арена с роботами. Вот, были у нас еще арены. С кем у нас были еще арены? Да много с кем у нас были арены. С растениями, блин, со всеми, кого только можно придумать. Да. Можем сделать еще арену, короче. Ля-ля-ля, что делает? Строит, блин. Ты прикинь. Нифига себе там, нифига он встал, отошел ото всех и два блока что-то построил и лестницу на них. Что хотел сделать? Нормальный а? Зомбак. Видимо, он живет вообще своей жизнью. Что а там, я сейчас. А я сейчас. Не, подожди, а я сейчас сделаю это нас. А! Блин, Нубик, ладно, тихо, не тихо, успею. Тихо. О, у меня два сердечка, ничего себе. Так, в общем, друзья, мы можем еще сделать, наверное, арену Нуба и Про, нашу арену, сделать наших клонов разных по силе, вот, и тогда они будут тоже нам помогать сражаться с зомбаками. Я выбил один нагрудник, но мне по-прежнему один? Нужен второй, да, да. Да, хорошо. Не, я пока еще ничего не выбил, я только одну плоть выбил. Так, ну давай, иди сюда, зомбячья башка, сейчас я тебя вот так вот оприходую. Так, ну-ка, и снова нифига. Блин, дайте мне хотя ну, бы ладно, один тут еще нагрудничек. 4 есть, шанс 25%. Если выпадает один нагрудник, я иду сразу вербую, короче, сержанта, и есть нагрудник выпал, я полетел. О, давай. Быстренько. Нубик, вводи там хоровод пока, сейчас мы да, вожу хоровод, пытаюсь сразу одного забить. О, еще нагрудник, хорошо. Держись. Так, ну я бегаю, пока бегаю, блин, я уже совсем проголодался. Сейчас я мясо несу, держи половину мяса. Давай, оп. Сержант, в атаку. С пистолетом, да? Неплохо, да, с пистолетом. Он с пистолетом, друзья, и довольно неплохо расправился с парочкой зомбаков. Вот, парочка таких сержантов уже смогут вынести первую волну на изи. Хотя, я думаю, он ну, бы да. сам ее прошел на изи. Может вот, быть. Он уже имеет некоторые умения и знания, он умеет стрелять, вот. Оружие пока ему доверили только пистолет, но он с ним довольно мастерски обращается, поэтому я думаю, что первую волну он бы точно сам осилил. Так, у нас есть 7 плоти, и в принципе больше ни на что не хватает, поэтому предлагаю запускать следующую. Можем взять себе, наверное, мечи деревянные. Давай возьмем деревянные мечи, давно давай, мы их брали. Давай. Так, я бы даже зачаровал его на какой-нибудь маленький уровень. Так, ну не на 9-й же, ё-моё.
Так, ну давай третий, вот четвертый. Так, а где? Я что-то прочность не могу понять. Один. А, хорошо. Вот, все. Так, а я? Все. Прочность один у меня выпала. Ой-ой-ой, зомбаки идут, отдача, быстрее, отдача, отдача один, иду. Нифига себе, неплохо. О, отдача один, это неплохо, да. О, смотри, давай, смотри, как высекает их. Ну-ка, на тебя, получай. О, летайте отсюда. Гаси, хорошо, вот так, вот это я понимаю, так, давай, сержант, помогай нам, надо еще одного. Настреливает, нормально, да, нормально. Блин, они что, на него идут, что ли? Они на него идут. На него. Ого. Идут. Да, они на него нападают, нифига себе, так, оп, а что, нам ничего не выпало, что ли? Ну, нет, ну, что-то выпало, ну, блин, мало как-то. А у тебя есть нагрудник хоть один? Один, да, есть. Офигеть, у нас выпал один нагрудник, чё? Да, не очень, конечно, дела у нас. Нам как-то реально что-то не повезло. Первая, блин, волна нам больше дала, чем вторая, как бы. Нам еле хватает на еще одного сержанта. Ну хорошо, тогда воспользуемся, ну, тем, что у нас есть, собственно говоря. И купим еще одного сержанта, поставим его где-нибудь здесь, вот так вот. А потом предлагаю вокруг поставить, короче, какую-нибудь конструкцию, чтобы она могла защищать, ну, да, их от зомбаков. Так сделать, да. Тем временем, друзья, мы осилили уже две волны зомбаков. Это значит, мы потихоньку продвигаемся. О, идут! Конечно, ё-моё, серьезно, сразу пошла еще одна волна? Ну так, да. Ну, хорошо. Так, а хорошо, ну-ка. хорошо. У нас есть два сержанта, посмотрим, а ну, что они смогут сделать. Давайте! Да подожди, пистолет не настолько дальнобойный. Давай. Так, я бы тоже, нубик, не расслаблялся, а понемножечку рубил зомбаков. Ну, да, я этим и занимаюсь. Вот, потому что если мы это не будем делать, их точно сожрут, и потом и нас за ними сожрут. Так, да, никого не сожрут сегодня. Слушай, интересно, ребята, пишите в комментариях, как вы думаете, мы потеряем хоть одного бойца или же не потеряем вообще никого? Так, ну-ка, на, получай. Ё-моё, слушай, нифига, вот сейчас нагрудников насыпало. Нормально, ну, причем, да, по-моему. Да, такое. Так, ну, я уже как по менее три вижу, у меня четвертый. Так, здесь так, неплохо. Да, а ну-ка, неплохо. Сейчас посмотрим, что у нас там есть в общей сложности. Забираем. И нам нужно потихонечку прокачивать умение. Вот, у нас есть как бы умение, а, кстати, друзья. Да, 23 уровень, точно. У меня уже вкачан на ближнем бою. Вот, мы же как бы в армии прокачиваемся понемножечку, поэтому можем все это дело использовать во так. благо. Ну, вот как-то у нас так. Есть 54 плоти, нубик, что будем делать? У меня есть очень интересная к тебе идея. Предлагаю начать строить, купить кому-нибудь еще. Кого ты хочешь купить? Что я хочу купить полковника. Полковника? Да. Ёлки-палки, ну давай, полковника. Как ты думаешь? Сразу вот так. Нормально. Можем еще, кстати, знаешь что? Так, сейчас погоди. Я обменяю, короче, вообще все на плоть. Так, все на плоть обменяю. Вот это тоже на плоть. Все, 41. Можем еще купить, короче, 2 капитана и купить еще 32 мешка с песком. Давай. Так, берем 1 капитан, 2 капитан и 32 мешка с песком. Все, хорошо. Мы сейчас сможем построить какое-то никакое укрепление для вот таких вот наших бойцов. Так, полковника, давай в центр. Йо, нифига себе. Смотри, какой у него пулемет. Ну это все, это конечное. Слушай, там пули размером с палец, нифига себе. Так, и ставим еще 2, получается, капитана. Ух ты, а у этого дробаш, смотри. О, неплохо. С дробовиком, да, прикольно. Неплохо, реально неплохо. Так, и ставим 2 капитана, получается, по бокам. Вот, потом мы берем 1, 2, 3, 4, вот такие вот заграждения строим для них. Да, чтобы их не тронул никто. Вот, потому что, я думаю, отсюда будет, во-первых, удобнее стрелять. И так, вот здесь я не знаю, как особо поставить. Давай, давай поставлю сюда. Так, а ломается это руками вообще? Ну да. Медленно. Да, медленно. Медленно и уверенно. Так, хорошо. Так, давай ломай нижний вот этот блок, нубик. Ага. А я сейчас буду сверху ставить вот здесь. И у нас еще останется вот сюда чуть-чуть. Так, ну-ка, опа, во. Вот так вот получается у нас. Довольно неплохо. Забираем вот этот ну, блок. Ну да, нормально. Я думаю, здесь можно будет еще потом поставить. Так, сделаем вот такую вот тему. Вот так. Вот это хорошо. Мы можем еще сами сверху теперь здесь стоять. О, и... ну замечательно. 1, 2, 3, 4, 5. Опа. Так вот, хорошо. И мы можем теперь еще стоять сверху на вот таком вот небольшом балкончике, а не просто на стенах, вот, чтобы отстреливаться. Че, ждем тогда следующую волну и тестируем, ну, да, полковника, да. И капитан. На, вот они уже идут, смотри. А, так, а ну. Нифига себе. Такс. И че вы? Смотри, боятся, что ли? Вы серьезно боитесь? Не так, знаю. Нет, идут, все-таки идут. Нифига себе. Все. Вот это мы заручились поддержкой бойцов. Я думаю, теперь нужно покупать себе оружие. Пока что не будем больше бойцов покупать. Да, теперь нам надо что-то. Это просто офигеть. Слушай,
Я, честно говоря, даже не ожидал, что они настолько жестко будут выносить зомбей. Что вы там встали? Так, неплохо проходит. Тихо-тихо, Нубик, тихо. Ты там, если что, этот, не агрессируй слишком, а то у тебя даже брони нету. Да не, нормально. Так, ну-ка, на тебе, есть, завалили кучу свиней, и вот эту кучу свиней сейчас тоже перережем. Давай. Почти справились. Все. Фух. Неплохо. Вполне. Это какая была, четвертая волна? Да, по-моему. Офигеть, неплохо. Мы реально справляемся очень бодро и прям летим, я бы даже сказал. Ну, у нас да. Есть, у меня три нагрудника, у тебя сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да ну нифига себе, сколько там? 11. Ну, блин, нифига себе ты налутал, это столько выпало, что ли? Да. Офигеть. Хорошо, тогда мы сейчас все это делаем. Так, предлагаю купить броню. Вот, броню давай. Возьмем. Так, нам надо как-то вот это вот дело выровнять. Так, у нас нужно еще три кожи. Три кожи берем и потом домениваем 40. И еще, пожалуйста, столько. 40, хорошо, все остальное меняем на плоть. Так, все, у нас будет сейчас два набора брони. Можешь что-нибудь выбрать из этого. Из оружия? Да, скорее всего, у нас есть 36 плоти. Есть там что-нибудь за 36 плоти или нет? Если нету, то мы можем купить ловушки. Вот, и с ловушками поиграть. Ну, автомат за 30. А, ну так один всего лишь, да? Ну да. Не, давай тогда купим ловушки. Давай купим ловушки лучше. Давай. Вот. И с ловушечками уже, я думаю, жизнь пойдет повеселее. Так, у нас есть шипы и паутина, которую мы можем поставить. И, как бы, собственно говоря, не знать. Так, держите броню. Давай. Так, вот такая у нас будет военная солдатская броня. Ребят, смотрите, вот такой недоспецназ какой-то получается. И у Нубика тоже. О, нормально. Слушай, ну, правда, очки тебе закрывают рот. Тебе ну дышать не, нормально. Удобно? Да, пойдет в целом. Пойдет? Ну, хорошо, Нубик, хорошо. Так, мы, смотри, что делаем. Мы берем, ставим вот так паутину просто. Особо не заморачиваясь, берем, поставили паутинку. И дальше ставим где-нибудь. Так, ну они идут вот так вот. Давай, значит, будем делать вот в такой последовательности. В шахматном порядке шипы. Да, давай. Так, здесь у нас не совсем получается. И идем вот сюда. Вот сюда и вот сюда. Вот такая дорожка из шипов у нас получилась. Можно потом будет еще добавить. Ну, а сейчас, ребята, мы будем ждать пятую волну и посмотрим, сможем ли мы ее пройти без оружия по-прежнему. У нас уже пойдет скоро пятая волна, ребята. Мы потихонечку увеличили свою армию. Вон, кстати, волна уже, смотри. О, да? Так, а ну-ка. Мы построили для них вот такой вот небольшой бункер и установили ловушки. Посмотрим, что сейчас они будут делать зомбаря. Так, ну-ка. Идут, пока идут, не стреляют, идут. Пока не стреляют. Дальности не хватает. И вот сейчас начнут примерно. Смотри, готов? Да, ну, давай, пошли. Сразу как в атаку кинулись. Ё-моё, нифига себе. Слушай, нам нужно еще дорожку с шипами увеличивать в левую и в правую сторону. Да. Причем не на три, короче, а побольше. Так, хорошо. Ну-ка, оп. Пока что выносит, это хорошо. Это реально хорошо. Да, это хорошо. Справляются. Можно даже немного спуститься. Я сейчас добью свой деревянный меч. Да, я тоже хочу его добить. Мало прочности, чтобы его не выкидывать, потому что жалко. Все, готово, я свой добил. У меня чуть-чуть еще прочности, буквально парочка единичек. И все, да, у меня нагрудник теперь в руках появился, потому что закончился меч. Так, ну че вы, зомбаки, как бы, будете что-то противоставить более серьезное? Или, они, наверное, все силы свои бросили вот за эту дверь. Я уверен, что там будут просто нереальные зомби какие-то, которые мы раньше не видели. Посмотрим, что они будут делать. Какие у них будут умения, способности. Так. Ну-ка. Оп, пока выносим, пока так, выносим. Порядок, хорошо. Давай. Алло, полковник, расчехляй свой пулемет быстрее. Давай, гаси. Там. Пипец, там осталось уже не так много зомби, честно говоря. Я бы себе прикупил пулеметик такой же, как у него, и гасил бы вместе с ним. Да, я тоже, да. Так, ну-ка, на тебе. Получай. Да получаешь ты, господи, сколько там здоровья еще у вас? Так, ну-ка. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь нагрудников. Вроде как все, да? Надо добить вот этих зомбарей, потому что они стоят и нифига не делают. Так, у тебя, ну, походу, полный инвентарь. Ладно, они сами добьют их. Давай, пойдем. Да, давайте, идите сюда, зомби, идите. Сейчас покажем вам силу армии. Так, ну-ка, алло. Что-то они вообще не хотят, слышишь? Вообще не хотят. А вот один на шипах откинулся, и этот сейчас тоже на шипах откинется. Давай. Тебе сейчас осталось чуть-чуть буквально. Все. Он упал, с него выпали синие частички, забираем и возвращаемся на базу для новых закупок, ребята. Сейчас мы купим еще парочку дорожек шипов. Нифига себе здесь нагрудников, елки-палки. Да.
Так, ну это мощно, Нубик, это реально очень мощно. Так, берем еще. Что тебе надо? У меня еще есть 4, пока что, я думаю, мне хватит. Так. Ну на еще 5. Так, ну давай, хорошо. Тыкс, пятерочку беру. Можешь поменять на еще 10. А, вот, давай. Так, меня еще на 10, а я куплю, наверное, еще 48 блоков. Потом мы купим еще стак шипов. И возьмем, так, может еще... А, наверное, знаешь что? Давай будем потихоньку копить нашу армию для того, чтобы гасить зомбей, вот, которые закрыты вот там вот. Да, давай. Мы построим здесь сбоку еще один такой бункерок, чтобы они, короче, гасились там. И все было по красоте. Наверное, знаешь что? Наверное, надо будет сломать паутину, потому что она замедляет там жестко. Я лучше думаю, поставим шипов побольше. Они будут идти. Только это, наверное, меч надо покупать. На тебе плоть одну. Так, купи деревянный меч. Я думаю, его хватит, чтобы сломать. Ну должен. 9 паутины. 9, да. 9 паутины сломать, я думаю, должно его хватить. Так, хорошо, мы в это время, друзья, расширяем. Подожди, что-то я, по-моему, накосячил или нет? А нет, не накосячил, нормально. Так, расширяем постепенно наши вот эти вот ловушки. У нас уже значительно увеличилась дорожка с шипами. Так, ставим сюда. Нормально. Сюда, потом здесь мы не сможем поставить. Здесь мы ставим тоже вот такую вот тему. Вот, у нас зомби будут получать очень много урона, идя по этой дорожке. Блин, лишний поставил шип. Так, ну-ка, ломаем. Я слышу, там рычат зомбаки, кстати, за стеной. Да? Слышишь? Да. Нет, пока не слышу. Прислушайся, они там реально рычат, потому что их там нереальное количество. И прям там какой-то гул стоит аж. Так. Блин, капец. 5 осталось у меня. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, одного чуть не хватает. Но я думаю, такого поля с ловушками будет точно достаточно, чтобы нанести колоссальный урон зомби. Ну и плюс, конечно же, наши доблестные военные будут нам помогать. Все, Нубик, давай, ждем 6-ю волну. Да, вот. Ждем. Ничего себе, пока покупать не будем, да? Ну, мы можем себе пушки купить какие-нибудь. Ну, не знаю. Давай, они пошли, все, они уже идут. Нубик, я купил нам снайперки. Сейчас я бегу. Сейчас патроны возьму. Так, давай. Будем сверху стоять, короче, отстреливать. Так, я иду. Нубик, держись. Так, держи те патроны. Так, давай. Ах ты, ё-моё. Так, ну-ка, есть. Вот так вот. Вот так вот. Оп. Давай. Держи. Все, стреляем. Давай со снайпы. Отстреливай зомбей. Так вот приближаемся. Нормально пошло. Стреляем по всем зомбям, которых мы видим. Во, слушай, смотри, сейчас волна гораздо быстрее проходится, по-моему, потому что они там не замедляются. Ну вот. Да. Сразу выходят, напарываются на ловушке, на шипах, просто получают колоссальный урон и их добивают военные. По-моему, просто что-то идеальное сочетание. Что-то они там, блин, пятятся, чё вы там это? А ну сюда давайте. Так, друзья, уничтожаем. Так, ты куда? А, пошел, на тебе со снайпы. Готово. Ты что там между шипами стоишь, да, Нубас? Да, я между шипами стою. Хитро придумал. А что? Я пытаюсь стрелять в жирных зомбаков, которые иногда вылетают в стороны. Вот, потому что они как бы имеют такую особенность разогнаться и побежать. Фиг пойми, ну, куда. Да. Ой-ой-ой, а вот это плохо. Оставили, вы чё? А вот это плохо. Так, это реально плохо, потому что они могут начать ставить блоки еще выше. Может, кирку купить, а? Да не знаю, пока давай так обойдемся. Давай, может, давай реально кирку. Подожди. Я так, сейчас попытаюсь сломать. Да, давай кирку, давайте купим, короче, я тебе дам кирку, ты сломаешь. Так. Да, я уже почти. Давай, Нубик, сейчас, ломай, короче, что? Пока. Ну-ка, кирочку, дайте сюда. Вот, держи, я тебе кирку дам. Так, сейчас давай. Скину. Давай. Блин, лови тебе кирку, вон она, сзади. Вижу. Давай, блин, нифига, все в сторону побежали. Ой-ой-ой, а что, сюда, Нубик, быстрее, по центру становись. Во, вы что, обалдели там? Опа, вот так вот, ребята, оценивайте нашу защиту в комментариях от 1 до 10, пока мы держимся вроде... Смотри, еще булыгу поставили. Фигушки вам! Давай, уничтожай его сразу. Есть контакт, хорошо. Ну-ка, и все, что ли? Походу, это конец волны, потому что их осталось уже очень мало зомби. Да, вон больше не идут, ребятушки. У нас тут уже финиш 6-й волны. Так, хорошо. Это значит, мы уже практически в самом конце. Всё, последний остался. Да на тебе, да ты слышишь, ты, блин, 5 патронов в него выстрелил, только потом попал. Так. Собираем. Здесь большое количество опыта и большое количество ресурсов, которые нам очень пригодятся сейчас. Слушай, мы, получается, на последней волне, условно говоря, сейчас будем, да? Ну, да, получается. И нам нужно будет сейчас начинать, наверное, уже строить. Или будем перед боссом строить прям, перед боссом с какой-то комнаты. Он, смотри, рука торчит зомбаря одного.
Ага, я вижу. Какая-то зеленая, слушай, это какие-то не такие зомби, как какие-то тут. Какие-то не такие, да. Так, ну давай, интересно. Наверное, уже строить прям перед комнатой этой. Прям перед комнатой? Ну хорошо. Ну, да. Хорошо, так, давай, я пока что сейчас просто все меняю сюда. Нам бы еще броню прикупить не мешало. Ну да, причем, хорошую броню, да. Причем такую, прям дебелую, нормальную броню, потому что без брони я не знаю, что мы будем делать. Вот. Да ничего. Без брони мы просто не выживем. Там еще есть ресурсы, а? Да вот сейчас, да, еще есть, бегу собирать. Так, ну все, значит, на меня тут ничего не хватит больше, потому там вот частички валяются. Сиди, частички, забери, забери. Да, я вижу, частички. вижу, сейчас. Так, бери частички, погнали, сейчас все доменяем, ага. Посмотрим, что у нас тут получается по ресурсикам, и, возможно, уже прикупим себе броню, вот. Да, слушай, давай, может, да. Купим одну броню, тебе купим броню, ты будешь бегать танковать, а я буду сдалека стрелять. Давай, договорились. Возможно, как бы, это довольно неплохое решение, чтобы особо много не тратить, вот, чтобы купить побольше бойцов. Да, и, да, так, давай, сколько да. Сколько нам надо будет, получается? Нам нужно будет... давай, ладно, начнем покупать броню. Раз, два. И все, нам здесь больше не хватает. Нам нужно еще купить, получается, сколько? Так. Это хватит нам на ноги. И еще 48 нам нужно купить, чтобы докупить тебе сапоги. Так, 48. Все, готово. Есть, все, я купил набор брони. О, давай. Так, держи, можешь купить себе батарейки к ней сразу. Ага. А я буду бегать уже тогда в такой броне и особо не заморачиваться. Да. Итак, друзья, у нас есть раз, так, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь с половиной стаков у нас есть, ребятушки. Это очень хорошо, очень хорошо. Предлагаю построить бункер сейчас. Так, что такое? Да прыгаю высоко, бегаю быстро прям, все, что надо. Нормально, нормально ты там устроился. Так, мы сейчас начнем строить бункер. Так, я предлагаю сделать какой-то вот такой какой-то бункер. Так, сюда. Вот так вот, хорошо. Здесь нам нужно будет приподняться вот так на один блок. Вот, потом сюда на один блок. И вот здесь, наверное, вот так вот сделаем. Хорошо. Хорошо, здесь еще выше поставим и вот с этой стороны заложимся. Все, я, короче, сделал здесь. Ага. Вот. Сейчас еще сверху проложу такую тему, чтобы можно было здесь стоять, стрелять нормально. О, давай, да, давай. Все, потом мы ставим кучу военных с этой стороны, можем купить кучу полковников, и они будут всех уничтожать просто молниеносно. Как тебе такая идея? О, хорошо. Можно будет еще паутину потом поставить здесь перед лентой. Или ленту вообще оборвать. В общем, сейчас посмотрим. Так, ну я да, пока, оборвем. Пока не будем ничего покупать, короче. Давай седьмую волну дождаться. Ага. Вот. Пройдем седьмую волну. И потом будем доделывать нашу вот эту финальную конструкцию для битвы с боссом, ребята. Совсем скоро, ребята, у нас уже пойдет последняя волна зомби. И мы будем доделывать наш бункер. Они уже идут! Ух ты, да ё-моё, ты не успел даже рассказать. Пошли уже сразу зомби. Так, хорошо, ладно. Сейчас мы придумаем, как с ними расправиться. Я, знаешь, даже уже немножко придумал. Так, хорошо. Ну хорошо. Сейчас. Так, смотри, что делаем. Берем, короче, вот таких парочку приколов. Так, парочку ну-ка, давайте и сюда, идем сюда. На меня. Справляются они там? Ну да, вроде. Так, ну-ка, бэнч, взорвал одного. Так, и еще одну толпу. О, гранаты, это дело. Ну, Биг, видал, сколько там опыта прилетело? Ага, и столько же улетело, когда ты еще одну кинул. Да ладно тебе, нормально там все, можешь пособирать вот этот опыт выбежать. Беги, ну, беги, собирай, у тебя же, по идее, супер броня. Пусть. Так, ждем, пока выйдут зомбаков куча, и запускаем еще, и побежал собирать опыт. Ну ты хитрюга. Ты ж меня знаешь. Так, ну-ка, бам, еще там разлетелся опыт. Ну, внутрь забегай. Да не, нормально, тут собирай. Иди сюда собирай, ближе, все зомби на тебя загрелись, иди подожди, сюда. Подожди, ага. Так, ну-ка, где моя кирка? Бам, все, я раскидал все это. Гранаты. Достаю снайпу, перезаряжаю, оп-оп-оп-оп. И начинаем. Нифига, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я что-то не понял, у нас что, полковник не справляется с капитаном и сержантами, а? Да не знаю, блин. Что-то у нас тут прям дофигища зомби, хотя... Так, ну-ка, ну, ой, вот это вот ему смачно с дробовика в морду залетело, зомбя что-то. Хорошо, давай. Нубик, уничтожаем зомбей. Так, блин, надо опять эти блоки ломать, сколько вы тут ставите? Да просто офигеть, они реально их там дофигища ставят. Так, надо ну-ка, немного на отойти. Тебе. На тебе, получай, потихоньку они подходят все ближе и ближе. Да, и ближе. Подходят.
Но я думаю, им просто не хватит здоровья, чтобы пройти до конца вот этих шипов, замедляясь на всем, даже если они будут бежать непрерывно. Я еще стреляю, ты еще стреляешь, и они... Так, ну короче, я думаю, мы сейчас уже практически завершили прохождение последней волны, друзья. Сейчас накупим кучу полковников, поставим их там в начале, порвем, короче, вот эту вот ленту, скотч вот этот, короче, предупредительный. Так. И я думаю, можем уже открывать... А, нужно будет еще поставить ловушки какие-то, наверное, колючую проволоку спереди. Да, наверное, да. Так, ну-ка, получай. Вот, смотри, последние зомбаки. Так, хорошо. Да. Осталось совсем чуть-чуть, и можно уже отправляться собирать, в принципе, ресурсики, потому что здесь уже буквально 4 зомби. Так, хорошо, куча опыта. Забираем. Так, неплохо. Все, хорошо, неплохо. Справились. Можно прокачать себе защиту, чтобы особо не получать много урона, потому что сейчас мы отправимся смотреть на новые виды зомби, которые существуют у нас здесь. Да. Вот. Защита. И оп, быстренько собираем. Полный инвентарь всего, отлично, можно отправляться обратно на базу, и так. Обменивать все это на плоть уже. Идем сюда, идем к этому торговцу, друзья, и меняем все на плоть. Быстро, супер быстро все меняем, чтобы особо не затягивать. Так, нубик нам накидывает еще нагрудников в это время. Давай. Так, хорошо. А ну-ка. Неплохо. Все, там еще есть? Там еще есть, сейчас я возьму. Сейчас я тоже сбегаю с тобой. Вот, попытаюсь забрать тоже хоть сколько-то нагрудников, сколько в меня влезет. Так, все забираем. Так, хорошо. Поехали. Плоть могу забрать еще вот эту. Осталось 3 нагрудника буквально. Все, ты забрал все? Все, да, вроде все, да, забрал. Так, хорошо. Это значит, что мы сейчас доменяем все до самого конца. И у нас окажется энное количество гнилой плоти. Я, честно говоря, даже не особо представляю, сколько ее там может получиться. Так, ну-ка. Ой, блин, что я сделал? Я купил случайно сапоги еще одни. Так. Ладно, в принципе, 48 кожи, можно ими пожертвовать. Ну вот. Ладно, да. Не особо-то нам надо. Я уже не буду эти сапоги одевать, друзья, потому что это там надо эту батарейку еще покупать. Короче, мне что-то впадло. Нубик, иди рви скотч. Вот да, да, сейчас справлюсь. Мы сейчас поставим спереди там паутину. Колючки я что-то не хочу ставить. Берем кучу полковников. Так, вот, все, готово. Так, берем кучу полковников. Так, оп, ну-ка, куда он полетит? Да, вот так, отлично. Берем полковников, поехали, покупаем. Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ё-моё, нифига себе. Так, хорошо, вот так вот. И я приберегу, наверное, 2 стака. Возможно, нам понадобится купить что-нибудь из оружия. Или, может, тебе лазерку купим? Да не, я думаю, хотя давай. Давай тебе лазерку на всякий пожарный, реально купим. Давай. Мало ли что. Так, ну-ка, хорошо. Берем лазерку, тебе покупаем. И покупаем к ней патроны. Она стреляет у нас вот такими вот ядерными батареями. Так. Ты мне скидывай тоже, да. Все, есть стак у меня, держи тебе. Ага, давай. Держи, так. Оп, и погнали устанавливать так, наших бойцов. Снайперку, собственно. Как? А, точно, не снайперку, а лазерку, держи. Ой, да, лазерку. Держи. Так, я тебе скинул патроны, но так, не скинул, готово, короче, эту штуковину. Готово. Это все убираем. Так, ты скотч уже порвал, да? Неплохо. Да, уже, неплохо, да. Неплохо, нубик. Я думаю, если в два ряда будем ставить вот так вот этих полковников, или можно сверху еще... О, можно сверху наставить. Во, по кому они там? Что там происходит? Уже они расстреливают там кого-то, нифига себе. Это жестко. Так, слушай, нубик, ставь еще сверху вот здесь, если у тебя уже закончились. Ага, здесь снизу. Вот тут сверху давай, два ряда и делай еще. Так, сверху в два ряда. Так, хорошо. Угу. Давай. Там так, много так. Еще их? Ну да, нормально. Я сейчас поставлю спереди паутину, чтобы настолько быстро их не развалили, потому что если начнут лететь сюда зомби, они сюда 100% начнут лететь, и пойду куплю яблок еще. Да. Нужно будет купить тебе яблок и мне яблок купить. Так, нам хватит? Да, нам хватит нам большое количество яблок. Хорошо. 30 штук ты их купил. Хорошо. Так, что там происходит? Ребята, у нас гигантская армия полковников, я думаю, достаточно. Так, держи половину тебе, половину мне. Я как бы готов, заряжен так, сражаться. Так, открываю! Открывай! Ух ты, ё-моё, ребята, смотрите, что там происходит. Что происходит вообще? Куча зомби, вон какой-то гигантский зомбак стоит. Так, интересно, они, что блин, он делает. Они, блин, всех рвут просто, легчайшая, блин. Заходи блин. Туда, нубик, заходи туда, заходи. Так, давай! Так, ну-ка. Так, зомби гигант здесь есть. И вот этот какой-то гад еще пухлый. Так, что происходит? Как они тут гасят? Ё-моё, слишком громко. Гаси их, нубик, гаси. Да, они плюются. Блин, они меня отравляют. Они отравляют? Ёлы-палы, нубик, держись. Смотрите, ребята, они чем-то зеленым плюются в нубика какой-то жижей. Нубик, держись там. Капец какой-то.
Ребята, вы слышите, какая здесь жесть происходит? Это просто пипец. Ну-ка. Гасите этого гиганта. Нубик, тоже помогаем гасить гиганта. Давай, я пытаюсь. Офигеть, так, давай тоже буду со снайпы сейчас стрелять, ё-моё, чё я стою здесь. Так, на тебе, получай. Ой-ой-ой. Давай дальше. Какая же жесть, друзья, это просто пипец. Сколько здесь пулеметов стреляют одновременно? 20, 30, 40? Я не знаю, но очень много. Ё-моё, вы только послушайте на этот звук, это просто офигеть. Как будто звук какого-то вертолета, блин, 10 ага. вертолетов. Да, так, я отталкиваю. Прямо над вашей головой. Да, я отталкиваю жирного этого зомбака одного, который плевался в тебя, Нубик. Давай. Так, перезаряд. Ты там того гасишь еще, да? Еще раз, да, я еще одного гашу. Так, а видно, сколько у них здоровья там? Не вижу. Так, блин, это, конечно, полная жесть. Давай, гасим. Ты завалил того, да? Не, того не завалил. Гаси того. Так. Ох ты, блин. Надо добить. Я буду в этого стрелять, а ты в того стреляй. А будут эти все полковники гасить вот этого гиганта. Пипец, они его там зажали, он вообще даже пошевелиться не может. Вот так просто... одного вроде сделал. Так, давай, вот этого мелкого помоги мне добить, жирного. Давай. А потом все вместе будем гасить гиганта. Ну-ка, да, давай. Это просто офигеть. Ребята, посмотри, сколько в него пуль летит. Это жесть какая-то. Так, ну-ка, на тебе, получай. Да давай с этого, с лазера его выжигаем. Я дострелял просто обойму со снайпы. Я понял, тебя понял. Хорошо, давай. У меня, кстати, тоже патроны заканчиваются, ё-моё. Так, а у меня даже больше не будет, наверное. Давай. Стреляй, будем стрелять. Так, перезаряд, то у меня везде, сейчас подожди. Сейчас отталкивай его. Оп, зажимаем. Сколько снайпа урона наносит? Поехали, давай. 32, да? Ну, неплохо. По идее, я должен... Ой, Нубик, осторожно. Есть, все, завалили. Так, справились, теперь этого. Давай, гиганта, выжигай. Сколько же тебя еще влезли, да? Фу, вот это у нас замес тут просто пипец, нереально громко все. Ой, давай, полковники, поднатужьтесь. Ну давай, наконец-то. Ох, тишина для ушей. Капец, какой-то, блин. Вот это они устроили адский замес. Ребята, мы просто в шоке. У нас была изначально вот такая маленькая армия из 6 солдатов или 5, сколько, нет, 5 солдатов. 5, да. Из 5 солдатов, а потом мы сделали вот такую, с кучей полковников, с пулеметами, и они просто уничтожили всю толпу зомбей, которые находились вот здесь, за этими воротами. Просто офигеть. Если вам понравилась эта арена, ребята, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте про колокольчик, а также пишите в комментариях, на какую арену нам с Нубиком еще отправиться. Ну а мы будем заканчивать на этом. Всем спасибо за просмотр и пока-пока-пока. Пока, ребята! Пока, ребята!